место отдыха советских ребят. Айдаланы, скалы-близнецы, знаменитый Аюдак, Медведь-гора. Давние времена про эту гору сложили легенду, будто к морю пришел огромный медведь и захотел выпить всю воду. Но, как видите, это ему не удалось сделать до сих пор. Он так и застыл, припав к воде. А совсем рядом с ним Суп-Суп, подарок товарища Молотова артековцам. Thank you.
Дежурные, к рапорту. Товарищ дежурный вожатый по лагерю. Рапортует председатель 6-го отряда. В отряде 35 человек. На линейке 33. Вот Капуш, давай скорее. Товарищ вожатый дежурный по лагерю. Рапортует председатель 3-го отряда. В отряде 30 человек. Присутствуют все. Сегодня отряд выходит на яликах в море. Рапорт дан. Рапорт принят. Давай скорее, скорее. Шнурки, понимаешь, шнурки. Дежурное звено, подъему флага. На знамя смирно. Флаг поднять. Разговорники, идите родной стране.
Thank you.